Социальное и экономическое развитие города и его проблемы. Глава Копейска встретился с ветеранами и ответил на самые животрепещущие вопросы. Мероприятие прошло 6 декабря во Дворце творчества детей и молодежи. Мы сегодня собрались, чтобы в очередной раз встретиться с нашим Андреем Михайловичем. Значит, каков порядок? Андрей Михайлович, вы будете говорить, сколько приблизительно? Сколько понадобится? Постараюсь коротко, никого не утомить. Благоустройство, ремонты, водоснабжение и дороги. Вот основные темы, по которым есть вопросы у жителей города старшего поколения. По словам участников мероприятия, такие встречи нужно проводить почаще. Встреча очень нужна. Я считаю, что вокруг у нас сейчас в городе много делается хороших дел. И мне, например, интересно, что же будет дальше. И вот так как я житель поселка Горняк, мне интересен развитие поселка Горняк. А работаю я на поселке Шахты 205 в школе. И школа наша заброшенная. Я очень хочу узнать, как же дальше мы будем жить. Вообще для любой проблемы нужен контроль, я вот так считаю. Вот дороги делают, почему у нас плохие дороги? Потому что нет контроля. Вот сделают ужасное что-то такое. Вот когда сделают что-то, маленький участочек, но хорошая дорога, это бордюр, это все плохое уходит. Не надо даже денег для этого. А потом сделают ужасное, там все копится и вообще. И вода копится, и грязь, и это вообще ужасно. Это кто такие дороги делает? В завершении встречи глава города поздравил ветеранов с наступающими праздниками и поблагодарил за активное участие в жизни города.